Два часа яркого, незабываемого и феерического зрелища в модном стиле экшн-шоу увидели жители города. Спортивно-зрелищный театр «Каскадер» любители адреналина подвергал экстремальным испытаниям на стадионе «Садовик». Ой, было замечательно вообще, столько эмоций, страшно. Думали, перевернемся, вообще было супер. Супер, у меня нет слов просто, я впервые такое испытала, это очень страшно, это круто, это экстремально. Молодцы ребята. Вообще отлично. Еще хочешь? Навряд ли. Мне больше понравилось, когда синий Бигфут до конца раздавил москвича. Эмоции после участия в трюках вполне предсказуемы. Зрителям предлагали место в багажнике автомобиля, который пронесся по стадиону на максимальной скорости, или экстремальную поездку на двух колесах. И это всего лишь часть трюков, проделанных каскадерами с добровольцами с трибун. Зрителям представили бой автомобиля «Бигфут» с легковыми машинами, вальс автомобиля «Бигповер» на задних колесах, прыжки через огненные кольца и другие трюки. Информационным партнером шоу выступило Стерлитамакское телевидение.